У меня в гостях Ирина Травкина, представитель компании «Вкусные консервы». Название настолько говорящее, что даже догадываться не надо, что ребята производят. Ирин, а могли бы рассказать более подробно о вашей компании? Да, с удовольствием. Мы одни из самых больших изготовителей рыбной консервации. Мы работаем, изготавливаем такие позиции, как шпроты, килька в томатном соусе. У нас свой эксклюзивный рецепт, такого больше ни у кого нет. Мы делаем эксклюзивные позиции, такие как вот в стекле, например, у нас есть тунец с овощами. То есть это абсолютно готовое блюдо, вы открываете и можете прям сразу употреблять в пищу, ничего не разогревать, ничего делать не надо. Также у нас сейчас из новинок перец фаршированный лососем. Это безумно вкусно, это действительно полноценное блюдо. Вы открываете банку, выкладываете на тарелочку, и у вас, ну, полноценное блюдо. Хотите, можно даже разогреть и чуть-чуть сметанки сверху вот положить вот для вкуса полного. И это как дома, домашний, абсолютно домашний вкус. Это все очень вкусно. Мы представлены, в принципе, во всех сетях, таких как «Пятерочки», «Перекрестки», «Магнолии». Не знаю, ну, правда, везде представлены, везде нас можно купить, и это все очень вкусно, поэтому простите, мы рассказываем. Ирина, у меня разыгрался аппетит с ваших рассказов. Ирина, а скажите, пожалуйста, в каких розничных сетях вы уже представлены, где можно увидеть вашу продукцию? Смотрите, эксклюзивно мы, допустим, представлены в сетке «Тандер». Мы туда поставляем, для них специально было разработано лосось и тунец с овощами в стекле по 190 грамм баночка. Мы сделали это им подарок, такой эксклюзив на их юбилей. 25 лет было компании «Магнит». Вот. Также, естественно, в «Пятерочках», «Перекрестках» можно встретить всю нашу линию. У нас есть эксклюзивные там смокеты с 175 грамм. Это такая овальная баночка. Так что, в принципе, в любой магазин можно зайти, мы представлены. Может быть, не весь наш ассортимент, как бы мы хотели, да, но очень много позиций можно, да, увидеть в любых магазинах в России. Ирин, а скажите, пожалуйста, как вас можно найти на данной выставке? Мы находимся внизу, на первом этаже. У нас свой бар. Мы называемся «Бар вкусные консервы». Можно к нам прийти, познакомиться. Мы всегда рады, мы всегда угостим. У нас свой повар в баре. Готовые блюда на основе наших консервов. Можно попробовать, понять, что консервы — это уже не просто пережиток прошлого, да, как вот этот вот бутерброд из шпротины с черным хлебом и чесноком, да, а что это действительно уже может быть интересные блюда. Такие мы сделали у нас, например, мы угощаем люля-кебаб. Только сделаны они из горбуши, консервированной нашей фирмы. Так что приходите. Я к вам обязательно зайду. Ирина, желаю вам всего самого наилучшего и с помощью выставки «Протэкспо» найти новые рынки сбыта. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.